Мы сегодня уже заговорили о том, что не все доходят до диплома военмеха. И, конечно же, очень многим предстоит эта грустная история отчисления. Пока это девушек не очень касается, потому что у них есть другое, наверное, будущее, но у парней будущее только одно, о котором давно была написана песня, и которую нам сейчас исполнят бравые парни. Поэтому эта песня посвящается тем, кто не доживет с нами все эти 5 лет.